Всем привет! Вы смотрите канал Паяльник ТВ, и сегодня у нас на обзоре набор от отечественной компании Микроника, терморегулятор. Это у нас выпуск номер 13. Как видно из названия, терморегулятор. Также возможное название термореле. Здесь у нас управляемый стабилитрон TL431, реле EM12V, диод 1N4007, светодиод, переменный резистор, постоянные резисторы, терморезистор, печатная плата, ручка для переменного резистора, монтажные провода, схема и описание. Все поставляется вот в такой коробочке. Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. Итак, здесь у нас ламинированное описание, более точное содержание набора. Подписано, что переменный резистор R1 200 кОм, постоянный резистор R2 82 кОм. Подписана цветовая маркировка. Здесь также расписан реле. Это вот общий контакт, как вы можете видеть, это нормально замкнутый, нормально разомкнутый. Выводы катушки. И подписано электромагнитное реле. Терморезистор MMT1. Как видим здесь, помним, что во избежание выхода из строя элементов схемы времени прерывной пайки одной точки не должно превышать 3 секунд. Соблюдаем полярность при подключении источника питания. Как вы можете видеть, здесь TL431, вход анод, катод, светодиод анод, катод пока указано, в диоде показано анод, катод и расположение элементов на плате. Как видим, элементов здесь не так уж и много. Полное описание схемы и сама схема. Также обратная сторона. Итак, здесь у нас в наборе все полностью соответствует. Вот он как раз таки MMT1, терморезистор, светодиоды, переменный резистор. Реле у нас на 12 вольт. Сейчас аккуратненько это вскроем. Скальпель затупился уже. Оп. Надо быть поаккуратнее. Реле, как вы можете видеть, 240 вольт переменки 10 ампер, 120 вольт переменки 15 ампер, 120 вольт 12, 20... А, это странно, что здесь 120 вольт AC, что здесь 120 вольт AC, почему здесь 12 ампер, здесь 15. 20 вольт постоянки 10 ампер. Ну и как видим, все у нас так же, как на картинке. И у нас здесь плата. Плата, как мы можем видеть, здесь у нас плюс 12 вольт, минус 12 вольт. Это у нас нулевой, который соединен с общим контактом. NR – это нормально разомкнутый. NZ – это нормально замкнутый. Здесь у нас также подписаны все прочие элементы. И, как вы можете видеть, плата у нас достаточно качественная. Стеклотекстолит. Здесь же у нас переменный резистор. На... Так, где у нас? Ага, вот подписан, что на 200 кОм резистор у нас. Монтажные провода и как раз таки колпачок для резистора. Ну, я назвал так, вы можете назвать по-другому. Ну и здесь у нас прочие элементы. Ну что ж, давайте соберем наше термореле и проверим его в работе.
Ну что ж, вот и собран наш конструктор номер 13, терморегулятор. Он, в принципе, представляет собой реле, которое переключается в зависимости от температуры. То есть, сейчас прикасаюсь пальцем, видно, что работает. Вот включен, отключен, то есть тут, в принципе, все настраивается. Подключен у меня блок питания 12 вольт, вот он небольшой, вот. Как бы тут показать, 12 вольт, 2,1 ампера. Здесь у меня нормально замкнутые, это белые с зеленым провода, и нормально разомкнутые, это белые с оранжевым. Сейчас я это продемонстрирую. Берем наш мультиметр Mustech MY64, но он в кадр не влазит, поэтому покажу так. Сейчас еще провода запутались. Итак, смотрим. Светодиод у нас не горит. Вот, зеленый с белым. С оранжевым же у нас ничего. Если мы его переведем во второй режим, ну это пока так показываю, то у нас с белым проводом связи нет, он размыкается, а с оранжевым наоборот. Ну что ж, теперь возьмем паяльник. Он у меня тут подразогрелся уже. И вот он, терморезистор наш. Как видим, при нагреве он отключился. То есть здесь получается резистор с отрицательной обратной связью, если это можно так назвать. И вот он опять включился, когда остыл. То есть при нагревании он отключается, при остывании он включается. В принципе, на нужную температуру можно настроить опытным путем подстраивания вот этого вот резистора подстроечного, точнее регулируемого, 200 кОм. Сейчас я отключу питание. Ну, как в принципе описано здесь, в буклетике, скажем так, в бумажечке, здесь у нас описан весь принцип работы. Вот, ну и в принципе его можно использовать абсолютно так, как написано здесь. А здесь написано в таком варианте, что есть у нас, допустим, нагреватель, у нас во включенном режиме у нас нормально разомкнутые контакты замкнуты в рабочем режиме. И как только у нас, допустим, нагревается воздух, или мы как-то вот прицепим вот этот вот терморезистор к нашему обогревателю, у нас либо воздух, либо нагреватель сам нагревается. Ну, конечно, лучше всего воздух. И получается у нас, как только до определенной температуры нагревается воздух, у нас отключается вот данный приборчик. И, соответственно, размыкает контакты питания нашего обогревателя. Что, в свою очередь, ну, скажем так, нагреватель уже воздух не нагревает. У меня, допустим, есть нагреватель, который ужасно сушит воздух. Там самая примитивнейшая настройка температуры. И он не совсем соответствует заявленным на ручкам температурам. То есть ставим 25, греет под 40 температуру. То есть, ну, совсем не очень. А вот этот приборчик, в принципе, самое то. Да, для проверки вот этих проводов достаточно. Для использования я, наверное, их заменю. Ну, в принципе, что могу сказать? Достаточно интересный наборчик, приборчик. В принципе, схема есть. Можно сделать самому. Вот, основной компонент TL-431. Про него здесь все расписано. Еще раз вот показываю описание все. В принципе, здесь есть... Прошу прощения, вот. У нас еще раз. На всякий случай. Ну, а за сим все.
Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал Паяльник ТВ. Всем пока!